Не, давай без Кайдена. Давай, давай без Кайдена. Он знал, что будет крыса, что ли? Вот ты засра... Как он грамотно играет. Респект ему, респект, респект, да. Ой, респект засранцу. Слэм, блин, он потасовку дать хочет. И будет надеяться, что у меня... Что у меня выживет. 7-7. Да еще и крысу он скрыл, да ты вообще... Давай без потасовок, алло. 7-7. 7-7! Да. Если воин не полечится, он умрет. Так, это что такое? Нет, 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 нет. Ядрить. Пиротехник. Давай, 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 пиротехник, пиротехник. Ладно, бомба-паук. О, блин, может этот прокнуть. Мне нужно, чтобы бомба-паук сейчас работал. Да, блин, ой, блин, как круто. Как же круто. Так, воинам одного вынесли сегодня, да, с вами? Мне кажется, Псари, он вначале не так хорош. Можно такую руку оставить. А, медленно, да, все медленно. У нас единственный первый дроп это, ну, хранительница тайн. Начнем. Ну, имеет смысл вообще стрелять? Ну, вообще, наверное, да. Эта колода интереснее надоевших контроли бомбоваров, токен друлей и прочего. Ну, это что-то новенькое. Ну, не то чтобы прям... Что-то новенькое, но это типа колода, основанная на новых механиках. На механиках этого дополнения, а не на чем-то старом, приевшемся. Поэтому, наверное. Я монетку потрачу. У меня есть, опять же, масса четвертых ходов. Это и залп в случае чего. Это и выстрел новый секрет в случае чего. Так что... Он просто прожимает броню, а мы еще и секретами обмазываемся. Так, ну не спеши, да, воин? Че, огненную тоже будем вешать? Ему через ход, да, что-то нужно будет разыгрывать. Давайте повесим. У нас колода не на секретах, ребят. Так что... Блин. У нас ни морозный, ни снайперского выстрела нет. Удар крыльями, либо... Снайперский, наверное, не так хорош. Тут мало просто подумать, какое заклинание взять. Нужно подумать еще и о том, какое заклинание потом хорошо будет играть вместе с Лужином. Вот что немаловажно. Быстрая стрельба, она может по лицу, да, выстрелить, а удар крыльями нифига. Ну, вообще, я могу, типа, сразу же взять удар крыльями и приклака тоже причпокнуть. И моя огненная ловушка очень даже неплохо прокнет. Либо собаки, да.
Костюмчик пригодился. Ну, он не будет, наверное, ударяться. Но сейчас собак призывать и идти ими в лицо, это прохладная история. Если собак призывать, то обязательно ими размениваться. Мехами пока вообще не пахнет ни капельки. Синергиями на хрипах. Вот если бы не было этой обилки, я подумал насчет собаки в лицо сходить. Ну, давайте пока ход пропустим. Обилка сменится и дадим собак. Возможно, пойдем в лицо. Но огненная ловушка нас защищает, видите? У него опять плохая билка. Я хочу, чтобы он призвал еще пехотинчиков, и я пошел собаками, 7 собаками в лицо на 7. Сейчас будет скрывать, да? Нет, да, нет, нет, да. Ну, нам хватает, знаете, на что? На прицельный залп. Димон, а как насчет Роги с Вихлепыхом? Можно поиграть и на ней. Попозже. Крыса есть, да? Бомбочка, наверное. Получать незримость до конца хода. У меня зверей нет, ребят. У меня вот зверь. Змеи, звери. Ну, пока у меня есть огненная ловушка, мы пользуемся тем, что она есть. Так, змеи, да, змеи, змеи. Если он, допустим, начнет разменивать собак, то у меня только одна змея, да, призовется потом. Слабо, наверное. Вот сейчас вот одна змея должна призываться, да, по сути. Вместо трех. Отстойно, но зато мы много урона нанесли. Секрет сработал, призыв одной змеюки. Да уж. Ладно. То, что мы уже его продамажили, снесли ему броню, это уже очень хорошо. Даже огненную решил вскрыть. Зачем? А, у него взрывчатка бот, наверное, есть. Типа всех пятерых так убивает. Фитили. Фитили. Вот Зелякса надо выманить у него. Будет вообще шоколадно все. Так, у тебя 10 карт сейчас будет. 10 карт. Ему нужен дешевый мех. Дешевая карта какая. Лошатый сейчас тоже кого-нибудь доберет. Но у тебя также 10 карт. Алло. Алло, 10 карт. Угу. Ему пофигу. Там у нас осталось 2 секрета, да? Так, этот секрет я не могу одеть. Крыса, да. А смысл мне вообще разыгрывать эту хранительницу тайн, если он тупо возьмет и... Мне вот его нужно убить, на самом деле, даже. Этот юнит мешается, если он, допустим, сейчас замагнитит. Мне нужно гарантированно убивать. Ну, типа... Замагниченного Зелиаксом бомбочку. Бомбочкой, короче. Ну ладно, ребят, не будем так играть. Обилка и снайпшот просто. На замагниченных снайпшот не работает. На магнетизм. Минус Харрисон. Было бы, конечно, лучше Элизиану у него. Дима, привет, удачного стрима. Привет, Таториус. Приятного просмотра. Ну, Рога с Вихлепыхом, она же у нас не убивает, да? Она же с этими, с акулами, да? Семь брони.
Дима, мы на площадку накачали. Да, спасибо, тетя Лен, держи в курсе. Нужно как-то из обороны в атаку переходить, но для того, чтобы это сделать, мне нужны аннигилитрон, механические дракончики. Вот наш весь вэйю. Он зачистки не отдает, ни слайму, ничего. Пока что. Так, вот если он, допустим, сейчас от морозной возвращается, он уничтожается, в руке не помещается, стоит 7 маны. Единственное, кого он может убить своим взрывчатка-ботом, это псаря Шоу, секретчицу какую-нибудь, пиротехников, крысу. А остальные все механизмы. Механизм уничтожитель. И он натиском, да, проверит по ходу дела его. И он, блин, его вернет, это неприятно будет для меня. А, нет, он его не возвращает, лол. Я думал, он этим омега-уничтожителем ударится. Тогда это ошибка. Это ошибка, тебе лучше было омега-уничтожителя вернуть. Так, пушечка. Ничего не сгорает, да. Да ладно, броня. Крысу не вскрывает. Ну, наверное, надо пока так играть. Минус ровер. С 9 жизней. Наверное, в идеале, чтобы именно дракончики, да, призывались. И из Луджина тоже. Мега уничтожитель. Ну, он много урона получил. Блин, броню сейчас поднимет. Уставочный дрон, это бомба. С пиромехаником, наверное, надо это как-то комбинировать. Да. Ну, от коллайдера отыгрываю. Приходится гризли кидать. Ну, с драконами он будет воевать за счет коллайдера своего, конечно. Если бы эти драконы у меня были в начальной игре, да, на 7-й там ход, мы могли бы его вообще бы расчехлить, нефиг делать. Но видите, в поздней, совсем в поздней игре драконы начали приходить. Так, это все сюда летит, да, механический жив. А, он с натиском, это плохо. Это идеальный размик, ребят. Хватит ли ему столько здоровья, чтобы вскрыть столько мне всяких мехов? Ну, псаря так закидывает, чтобы прокнуть 7-7. Притом он ударится в 7-7. Любой другой секрет меня бы устраивал. Любой другой секрет. Но не вторая крыса. Сейчас бы обмазался второй, ну, чем-нибудь еще. Он от крысы отыгрывать будет. Я вряд ли вторую крысу здесь разыграю. Он не больше двух карт за ход. Он себе на носу эту зарубил. Этот воин прошарен. Его получится выиграть только просто, потратив мега большое количество ресурсов. Так, тропа войны, ну это нормально. Чтобы тупо скрыть предсмертный крип, у него это и нету мощного удара. Что, может, есть казнь?
Не, давай без казни. Давай без казни. Он знал, что будет крыса, что ли? Вот ты засра... Как он грамотно играет. Респект ему, респект, респект, да. Ой, респект засранцу. Ну вы видите, как он... Каков наглец. Ну, у него все, минус коллайдер. Каков наглец! Я уже думал, как он будет, как он... А он там уже крысу прокает. И все идеально выверено. Да, наглец, наглец, да. Так, 7-7 есть. Потасовку будешь давать. Но у него, смотрите, здоровье тает. Казнь. А зачем ты убил одного чувака своего 1-1? Зачем? Не понял. Броня, как вовремя. Как вовремя эта броня. Хаферы, в бой. Где хаферы? Типа надо дефать. Но он делякса, походу, дела не нашел. Но я двух мехов все равно не забираю. Блин. Так, дракончики вышли. Так. Раздражает меня он уже. Он меня уже раздражает, ребят. Немного. Так, бомба проходит. Хрип, она призывается, да? Блин, я не знаю, что-то аннигилитрон вроде бы хорош, а вроде бы и не очень. Но у меня хрипов-то не осталось. Ладно. Это единственный, наверное, шанс на победу. В идеале был, конечно, дракончик какой-нибудь, но не бомбу-паук. Бомбу-паук, наверное, не нужно так отдавать. Здорово, Арфус. И смотрите, он сейчас ничего не призовет. Бомбу-паук даже не прокнет. А, нет. Прокнет. Он не отыграл от бомбы-паука. Он ее все равно заберет. Зулджин, наверное. Ну, 9 жизней, да, еще. Вот некромеханик и 9 жизней. Хорошо, зайду. И потом Зулджин уже. Последняя надежда уже будет Зулджин. Зулджин должен будет мне руку наполнить новыми ресурсами. Раз. Два. Все, все, как бы два. Лазер, нормально. Ну, блин, это последний магнетизм. Надо было сперва дать выстрел. Ой, надо было в конце дать выстрел, наоборот, неправильно сказал. В итоге я ему броню дал, да, на второй слэм. Он секрет проверял на змей. Надо уничтожить его. А вот и 9 жизней на бомбочку, пожалуйста. Бомбочка. Нет, Зулджин, да, зашел. Надо играть, ребят, Зулджина. Нормально. Не очень хорошо. Сойдет. Главное, чтобы убило его. Правильно? Секрет. Ловушка. Крыльями куда? Плохо. Сюда. Нормально. Нормально. Зверь. Нужно, чтобы зверь выжил, ребят. Нужно, чтобы выжил зверь. Желательно хафер. 9 жизней. Дракончик, отлично. Это вот с этой, с псарем совсем.
Нужно, чтобы вы... Ну, блин, у него потасовки, ребят, еще не вышли. И выживет, если бомбочка. Ну, елочка зато красивая. Зато елочка красивая. А прикиньте, у него не будет потасовки. Две потасовки в самом конце. Наивный Димон, наивный. Сейчас бы киберчип на них накинуть. Так, выжил этот медведь. А чё, почему у него... А, он меха раскопал, да? Вау! Блин, бомба. Пофиг на бомбу, у нас будут медведи. У нас будут медведи. Но у него броня, ребят. У него вонючая броня. Обилка либо киберчип. Наверное, ее нужно было тоже оставить. Ладно, может, киберчип еще реализуем. Нужно его постоянно держать напряжение. Но тут дофига секретов, понимаете, да, ему не так сложно будет все это скрывать. Раз. Погодьте, а какой это по счету аминоуничтожитель? Третий аминоуничтожитель. Получил снайпер. Ский выстрел. Сейчас змеи прокуют. Так. Вот на змей киберчип, пожалуйста. Блин, он стоит как раз-таки 6. Но он броню тогда не прожмет. Нормально, мы его пока занерфили. Пока держимся. Ну, мы сегодня с вами двоих контроль воинов на этой колоде, по-моему, выиграли. Так что, я думаю, этот воин будет не исключен. Но тебе нельзя в лицо биться. Так, какие там предсмертные хрипы? Ну, блин, тут нет магнетизмов, да, никаких. 9 жизней тоже, да, никак его не залетали. По-моему, вот это самый нормальный плей. Вау, вау, вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Ну, пока магнитить некуда, да? Просто через ход мы его залетали, если он не будет лечиться. Если воин не полечится, он умрет. Так, это что такое? Нет, 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 нет. Ядрить. Пиротехник, 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 пиротехник. Давай, 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 пиротехник, пиротехник. Ладно, бомба-паук, бомба-паук, бомба-паук. О, блин, может этот прокнуть. Мне нужно, чтобы бомба-паук сейчас работал. Да, блин, ой, блин, как круто. Как же круто. Так, ладно, смотрим дальше. А, так, это 4 урона, это 6, это 7, да? А если бы Михуру сработал, это была бы такая помойка. Дать ему побольше урона. Ай, блин, вторая потасовка будет. Нафига я яд слил? Вот это ошибка, наверное.
Так, аннигилитрон. У меня пиротехник с аннигилитроном теперь. Только знаете, что синергирует? Смехуру! Смехуру теперь единственный предсмертный хрип срабатывает, все, что бомба разыграна. Слэм, блин, он потасовку дать хочет. И будет надеяться, что у меня... Что у меня выживет. 7-7. Да еще и крысу он скрыл, да ты вообще... Давай без потасовок, алло. 7-7. 7-7! Оу, да. Ты молодец. Конечно, молодец. Только у меня летала нет. Лол, а у тебя броня, засранец. Ты этаки опять бесишь меня, достал. Ой, блин, если бы у меня опять пиротехник топ-декнулся, я бы бомбочку активировал, вонючку. А нет, я обилкой могу добить бомбочку, но я тогда обилкой не хожу ему в лицо. Блин, сложно как-то. А где бомба? Вот бомба. По-моему, все, должны закончиться ресурсы у этого воина. Как вы думаете? Вот если был бы пиротехник, у меня как раз таки мана оставалось еще вот эту бомбочку активировать и его добить. Как он, у него два зелякса, ребят, было. Два зелякса. А нет, погодите, один зелякс. А, я просто так долго ждал зелякса, то что я даже не заметил, когда он его разыграл первый раз. Да, он всю игру экономил этого зеляться до самого последнего хода своего. До предпоследнего своего хода, ладно. Ну все, ребят, задушили просто. Задушили. Уничтожитель за 6 тебя не спасет. Не спасет твою механическую душу. Зачем ты их магнитишь? У тебя и так он с магнетизмом уже. Ой, с натиском. Ну так добьем, вот, как и хотели. Не с обилки. Можно было бобочку добить. Второй аннигилитрон. Аннигилитрон здесь слабо сыграл все-таки. Я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что у меня уже дракончики ушли. Тут весь урон наносят вот эти механические дракончики против воина. Вот, ресурс основной. Но в конце то, что как прокнул этот аннигилитрон с предсмертным хрипом и с бомбочкой. Вот его заслуга с 9 жизней. Единственное, что...